Иркутской области не проходит и дня без аварий на дорогах. Смертельное столкновение двух автомобилей произошло в Нижнеилимском районе на участке федеральной трассы Вилюй. 55-летний водитель внедорожника не справился с управлением, выехал на встречку и налетел на большой груз. Это ДТП закончилось трагически. Для водителя легковушки он скончался на месте. Погиб в аварии 17-летний подросток в Тулунском районе. Он был пассажиром отечественной машины, которая столкнулась с грузовиком. Большой груз потерял равновесие и рухнул на легковушку. Водитель последний госпитализирован. Оказалась в больнице и иркутянка. Она шла по переходу на зеленый свет, но это не уберегло ее от беды. Прямо на зебре ее сбил шофер иномарки. Всего за минувшие выходные в Иркутской области произошло 13 аварий. 2 человека погибли, а еще 15 получили различные травмы.